в рамках развития туризма в Карелии, понимая, что одним из основных, так сказать, объектов туризма является, собственно, наша карельская природа, мы договорились о том, что в Петрозаводске мы построим специальный такой визит-центр, то есть где будет презентация наших наиболее интересных природных объектов. Ну, такой опыт уже есть в ряде регионов, и мы тоже, в общем-то, здесь договорились, что для Карелии, наверное, этот визит-центр, где человек мог бы получить хотя бы первоначальную информацию, какую-то презентацию, вообще, что это за объект, значит, чем он знаменит, какие-то основные, самые, так сказать, привлекательные его позиции, то есть это тоже очень важно. Поэтому договорились сейчас, что будем работать, сейчас подыскиваем земельный участок с точки зрения туристической логистики, вот, и определяемся, чтобы такой визит-центр появился в Карелии, в городе Петрозаводске. Но пока в городе Петрозаводске. Наверное, все-таки логистика, разведение основных туристических потоков, она, наверное, все-таки замыкается на Петрозаводске. В этом году мы должны выйти на выделение земельного участка и на проектирование. И дальше уже будем думать о финансировании. Но я думаю, что это вопрос 1-2-3 лет максимум.